Праздники, всем привет! С вами Марина Север. Вы слышите, как есть Double Let's Play? Проходим Викс. Продолжаем Enchant Викс. Сейчас она в волшебную пыль превратится, если мы не успеем. И распадется на атомы. Штуки, тогда она превратится реально в волшебную пыль. Нет, не останется только какой-то прах, который мы будем развеивать этим ёбаным лабиринтом. Потому что это очень сложный лабиринт, и мы продолжаем проходить Викс. Да, мы это уже сказали. Так, мы вот тут начинали даже проходить, я помню. Как-то мы так увлеклись довольно-таки всем этим делом. А ей нормально на коблах таких бегать? Ой, а зачем? Страшно. На коблах? Ну, за какие коблы у нее? Сколько сантиметров? Как у Люцифера прямо? 30. Каблуки, смотри, у нее 30 сантиметров. Ты прям посчитала, да? Да. У меня глаз алмаз. Ой. А ты вот эти не будешь трясти деревья? Да, да хера, у меня 3000 звезд. А зачем они нужны, собственно? Смотри, у них изо рта что-то летает. А, вот это самая хуевая хуйня. Что это такое? Это, подожди, это бочка какая-то? Это робот. Да это у нас... Это же бочка. Бочка-робот, точно. Бочкарёб. Бочкарёб. А что, они умирают? Да умри ты! Вот эти они херовые, потому что они умирают полчаса. Чего? А это что такое? Что это, блядь, было вообще? Что это, блядь, было? Слушай, а зачем вам вообще эти роботы? В смысле, ты что? Зачем вам? Это роботы для тренировки, что ли? Для тренировки чего? А, силы? Какой? Мужественные силы. А там вон робот еще лежал. Да я вижу. Давай не будем к нему подходить, он спит. Ну, мы и оставим его. А хотя... Да ты думаешь, там важные вещи? Давай посмотрим, что там. Вдруг что-то важное. Давай. Пока он спит, вот ты можешь его убивать или нет? А, то есть его можно убивать только когда... Он, смотри, он борзый-то какой, поехавший. Когда ж не успеваешь. Так смотри, у него какой огромный... вот этот вот... Сабля. А он все, что ли? Покачурился? Да. А тут раз какая-то шестеренка вышла. Зачем? Две штуки, аж две шестеренки было. И зачем вам это пчелы вообще? Что они нам дают? Йоу. А что пчелы действительно? Ты можешь сохранить за еще? Или что? Ну да. Ну, на всякий так случай. Что? Она что делает у тебя? Она подбирает с пола. Присела по стене. Кружки с пола подбирает. Ой, кто-то дышит там. А, нихера. Так. А в какую сторону? Тут алмазики и костюмчики. Ради костюмов и не на такое пойдешь. Вот видите, что делают же. Сучи, два! Да, блядь, двоих-то за что? Да я не смогу! Отпусти! Да я не успеваю применить свою великую силу. Да пошел ты с кругалями прям пошел, с вертухи, блядь. Смотри же, какими кругалями. Да ты видела его вот так вот вокруг своей оси. Поворачивался. Сдохни уже, мразь. Придумал. Слушай, а кто из, как их называть, из специалистов... Подожди, это кто? Ой, а там за стеной кто? Кто из специалистов у них по технологии? Тимми. Это он их сделал, по-любому. Ты подожди. Там алмазики были. Собери. Подожди, а мы с одной стороны пропустили. Смотри, тут какие-то, какой-то сыр. Какой жопу сыр? Там сыр на полу лежит. Видишь сыр? Это какие-то... Что это? Подожди, я запуталась. Нам нужно собрать там что-то. Какие-то алмазики валяются. Нажми же на сыр. Да пошел он в жопу, подожди. Надо сначала собрать, а потом понять, что здесь не так. А, два пути, ну нормально. Тут уйти, тут туда. Ну, скорее всего, этот тоже нас приведет туда. Так что она в стену заходит, понимаешь? Ну это как собака из ларки вывалилась. Пусть подняла, нафуняла. Это вся задачка. А ничего, что у нас жизни мало. Это еще что? Ты куда собралась-то? Ты такая идет? Подожди. А нахера мы вообще сюда заходили? А что делать? Мы вообще куда-то зашли непонятно куда. Что вообще происходит? Он не может. Да вот это прекрасный момент. Ну мы тоже не можем. Ты тоже не можешь. Сейчас ты обосрешься. А он умирает? Сейчас ты обосрешься дважды. Вот это просто обосрешься трижды. Вот это вот означает, что он умирает или что? Или нет? Ты выходишь, что ли, уже, нет? 4. 5 сейчас будет. 5. Когда он вот так вот... Это все, это кончина. Работячая кончина. Помнишь, у нас в Кайтарче работал? В Кайтарче был робот, который, когда он умирал, у него там что-то тряслось. Конечно. Все что-то трясется, когда они умирают. А это что такое там?
Алмазики дайте. Алмазики не дали. Так, мы подожди, а зачем вот эта херня-то была круглая? Уё! Музу снесло херам собачьим. Ты видела, а ее съели? Так кто такой? Ты видела ее лицо? Ой, блин! Я слышала, что это скалозубиха! Ярких вспышек света. В твоем световом шаре, наверное, мало киловатт. Надо найти что-то, что могло бы быть усилителем. Нагрею угли? Маугли! Много света! Верни его в стойло! Я уложу его! Чего? А я его уложу. Паука, на-на-на-на-на-на. Ты что, сохраниться с пауканом рядом в Польше? Почему? Ты опасная женщина рядом с пауканом. Я брутальная женщина. Ослик-суслик, паукан, на-на-на. Так, нам нужно вернуть. Ну-ка, я буду вернуть этого долбоеба в стойло. Как там этого звали? Скажи мне, скажу. Фыр. Это фыр. Пошел нахер! Зачем вообще туда вышла? Вот, я не вот за алмазиками зачем? Да, за алмазиками, у тебя полжизни съели за это. Ты пошел в пизду! Три алмаза, иди, в пизду пошел! Ну зачем ты его убиваешь? Он все равно. Это же тот самый, которого мы уже убивали. Ну еще убьем. Так она сейчас дракон сожрет у нее все жизни. Да ебнись! Это все было ради алмазов? Я тебе говорю, ты алмазы не стоит. Ты понимаешь, что сейчас было? Нет. Лучше не сохраняйся, какой-то капец. Ой, а он может... Нет! А-а-а! Да ладно, убьет сейчас, просто... Да подожди! О, вот такого еще не было! Сила... Сила без контроля, она сейчас взорвет весь мир! А потом был ядерный взрыв. А все, произошел ядерный взрыв, потому что просто Блум умерла. Ой! Оскусок-паука, на-на-на... Так а нам что делать-то надо? На-на-на-на-на... Нам надо вот сюда лазить, что ли? Или что? Нам... Так она не лезет. Так а куда нам надо вообще? Туда нам надо. Мы туда? Блядь, Флора, давай вырасти тут свои эти. Она растит? Флора, выращивай свое говно. Я не выращиваю говно. Так, а что, ну тогда к сыру вернемся. Че ему сыру? Да, скрывалялся. Да пошел ты. Ты тут, то есть тут нельзя вообще не... А алмаз-то собери. Да отъебись ты, дурак что ли? Слушай, подожди, то есть какой-то сыр, какие-то алмазы стоят целых две жизни. Да за хера три жизни. Я ненавижу этот уровень, потому что здесь эти борзые роботы. Ой, за ней идет. Писька скрипит. Зачем ты вообще туда пошла? Ты подожди, чего? А что делать-то я не пойму. Ну все. Мы вообще себе заблокировали все пути. Да отъебись от меня. Что тебе нужно вообще? Куда нам идти-то? Вернуться к сыру каким-то образом. А зачем? Я не знаю. Ну, мы не вернемся уже теперь к нему. А что тогда делать-то? Может, за дракона как-то пройти? А-а-а! Это все? Давай лучше сохранимся. Ну, по идее, там, смотри. Так я его сейчас с жопой... А-а-а! В смысле? Она стреляет в эти штуки, смотри. Ничего. Он боится и отходит. А, так просто что ли все? Ну-ка пошел отсюда в пизду. Ну давай съезжать назад, лунная походка. Летящая походка. Там еще дальше следующий. Ты вышла из мая. Вот видите, каким методом тыка можно было. Да. Кто же знал? Все нахер вали отсюда. Заблокируйте его. В черный список. Кто там идет? Блокировать идет кто-нибудь? Все? Муза не может! Так выйди тогда, помоги ей. Муза, ты что застряла, ты дура? Давай иди! В смысле? Да иди! Она должна что-то пройти, что ли? Она должна что-то сделать. А что делать, если она не может это сделать? Дура! Ну капец, слушай, так мы не сломали игру. Ай, блядь! То есть мы больше не сможем играть в эту игру, потому что у нас Муза не может пройти. Как так могло произойти? Так он сейчас обратно выйдет. Ой, тупая. Как играть в эту игру? Да куда пошла-то? Так придется. В смысле? Надо ее обновить. Вот. Собери уже алмазы тогда. Пизду. А, все? А, все. Пока мы бегали, он сдох. А тебе это что?
Она его просто убила своей музыкой. А музыка там знаешь какая была? Чудо. Ну типа там знаешь эти... Я на 7-м этаже, вот прочее. Вите надо выйти. Да. А, так, теперь а сейчас Флора залипнет, так? Ну что, ты вырастила свою куклу? Дайте посмотреть, что ты вырастила. Ну давай. Ну-ка, что Флора скажешь? Да ничего ты не скажешь, пошла в жопу вообще. Тихо, подожди, подожди. Летящей походкой. Да как так-то? Он так быстро поворачивается, даже не успеваешь ничего сделать. Ослик-суслик. Там специалист! А там вот туда вот надо. Подожди, а что там, в бочине? Ой-ой-ой, какой страшный. Алмазики, я уже не знаю, насрать. Найди алмазики! Ну тебе стоит просто... Просто... Он очень быстро умереть, потому что у тебя жизни мало. Так, я сбоку нормально все. Я сбоку нормально все. Поза сбоку. А ничего, что... Ничего, что это самое? Да не слепни. Да нет. Смотри, пальцем показывай. Вчера... Что вы вчера делали? Пальцем показывали. Пальцем женщину тыкали. Собственно говоря, сейчас это и происходило. Слушай, звучит очень странно, между прочим. Да, действительно, слушай. Показывай нам. Я пришла на свиданку к своему Ику. Ику? Я еще не знаю, что его зовут Ику, но уже к нему пришла на свиданку. Мы сейчас будем ебаться. Я к нему в окно залезла. Сейчас будет секс. Ику сейчас прихренеет. Ну я фоточка у него. Он точно ее любит. О, это комната Брэндона. Это мое фото. О, он неравнодушен ко мне. Надо скорее его найти. И сделать ему предложение. Сегодня мы точно поебемся. У кого-то сегодня будет секс. Да, но не у Блум. Что? Ты чего? Музыка опасная очень. Блин. Сука, блядь! Быстрее сбегай туда вниз. Да я куда бежать? А, вау, камин! Охуенно! Класс! Слушай, здесь очень красиво. Да. Я не знаю, куда если бежать. Их, слушай, подожди, а если этих... кто там? О, красавчики. А, подожди, если сейчас здесь ее где-нибудь запалят, или здесь ее не могут запалить, что такое? А ща лифт вызову. А нет, к сожалению. Можно лифт вызвать? Что, давай вызовем лифт. О, а может туда, туда нельзя, смотри. Смотри, какой у них лифт красивый. Там вау, а у нас в Алфее нет лифта. Мне почему-то лифт чужого напомнил. Помните, как в чужом тоже... Транзиты? Да, нет, там был прям лифт, мы еще перехитрили чужого. И что, как тут? Ой, привет. Так. Беги быстрее. Ладно, насрать-то эти алмазы. А почему мы от них прячемся? Упс. Ты слепой, что ли? Ой, дурак. Тихо-тихо, подожди. А больше не слепни, я не видела своей жизни. Конечно, маску-то надел на глаза, нихера не видно. Сейчас он проявит. Маску-то на подбородке надо носить. Да, ты не знаешь, маску на подбородке носит. Все это знают, 21-й год. 22-й, ой, да, 21-й все еще. А, 22-й же, ну ладно, пусть 22-й будет. Год уже прожили. Так, подожди. Алмазики. Будем передвигаться медленно. А он... куда, собственно говоря, идем? Я не знаю, просто куда-то иду. Все, я... Помнишь, что мы прятались вот здесь? Тут, а здесь, а там, а. А если они ее запалят, что будет? Они будут пальцем в нее показывать. Пальцем тыкать, мы уже сказали. Ну и что, тыкнет он в нее пальцем, и что такого? Будет плохо. В смысле плохо? Сначала пальцем тыкнет, потом по локоть засунет. Чего? А чё? Ну да. Чего? Отлично. Очень значительно. Меня нет. Ты слепень. Слепень. А где он вообще? Зашел в темный угол. Беги уже. Похуй. На дурачка. Я люблю проходить на дурачка игры. Так, это что такое? Наверное, надо открыть, да? Просто похуй мне. Просто похуй. А что ты просто похуй? В жизни так никогда мне не было. Похуй. Это, сука, диаспора. А откуда она здесь? Ты чё? Берегись, грубая корова! Ебать тебя, корова! Это мой мужик! Что такая? Что ты делаешь с фото... Чего? Короче, мы тебя с фоткой Брэндона? Ты вообще кто такая? Вот так же они пальцем будут тыкать. Это мой муж! А за кого ты себя принимаешь? Не смей спрашивать меня, ты позоришь всех слуг! Да я могу тебя уволить одним чего? Так я не работаю на тебя! Моим словом, бездельник несчастный! В смысле? Так я... В смысле? Что? Теперь какая Исси? Это точно, она пытается сорвать день королевской семьи.
Чего тебе с этим не уйти, Иси? Что за китайский язык? Пошла нахуй! Что, подожди, реально какой-то китайский язык? А как ее убивать-то? Почему у нее магия, что? Как у меня? А как это, как делать-то это? На дурачка, дурачка, дурачка! Давай, а, давай. Это просто вот так вот. Ты-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. А, так нормально, это же это не сложнее, чем те уёбки. Те минотавры. Я не поняла, то есть она что не начали убивать друг друга? Что, не поняли вообще? А это все? Я помню, как я ебала ее 5 часов. Я даже не знаю, что, как это комментировать. Понимаешь? Как это комментировать вообще? Можете сказать там... Хрясь! Хуясь! Экспекто патроном! Херяру! Мы сейчас будем пиздиться по воздуху. На, сука, тебе волосы подпались, блядь. Диаспор? Так он любит диаспору? Это мой мужик! Небо! Какой Брэндон? Этот, его зовут не Брэндон, его зовут Ильву! Ну пошел ты нахуй. Все, мы тебя не простим. Не буду я стоять, пошел в пизду. Бедный, бедная Блум, он ей соврал. Вообще, ублюдок. Брэндон, это принц неба, это... Да. Почему она говорит про себя в мужском роде? Почему она говорит, что она настоящий кретин и болван? Она больше не хочет в это измерение. А вам-то что надо? Странно накрашенные сучки. Да, ее будет легко поймать. Огонь дракона наш. Так они все это подстроили, наверное. В смысле? Мам, дад, I'm hot. Stormy, да чёрт твою мать! Это вот... Вот... Этих сучек еще что ли убивать? Сейчас что ли? А-а-а! То есть... Ну смотри, мы же в конце каждой серии мочим босса. Но тогда я думала, что Диаспора это босс. Я тоже думала, что Диаспора это босс. Мы что-то одни без своих тёлок? Так а что тут делать? Чувствую, смотри, как нелёгкий. Хотя я, может быть... Ну это, наверное, заблуждение. Возрождение! А где третья, кстати говоря? Тут только две. А где третья пизда? Ух ты, чё это такое? О, блин. Вот. Она возродилась. А где третья-то? Айси-то где? Ой, а мы кого сейчас? Мы куда-то вниз направили свою силу. Соседа. Давай-давай, на нее. Они тоже в щитах. Да что ж такое-то? Да что ж такое крутится-то? А у меня сил нет, я ничего не могу делать. Так они не да... у нее... они сил-то и не дают ей. Видишь, что здесь происходит? А как проходить? Я не знаю, как проходить. А, вот и силы пошли. Так они что-то долго как-то идут. Она, смотри, она наоборот их потратила. Так у меня всю жизнь нет. Ну, почему-то мало дают сил. Вон вот, сила. Да, вижу. Ну тут там мышки. Пока они там улетают, надо срочно силой запасаться. Опять. Так я просто не успеваю нажимать. То есть, предполагается такая хуйня, ты здесь вообще ничего не сможешь сделать. Ну типа да. А ничего тебе, что у тебя одна жизнь осталась, а у нее очень много. Все. Ненавижу я такую еботу. Потому что это приходится проходить по 100 раз. А где мы сейчас загрузимся, интересно? А где мы? Чё? А где мы? Чё ты пальцем своим тыкаешь? Пошел нахер. Вот у меня тоже такая реакция. То есть? У меня так... Почему мы туда-то перенеслись? Там что, не больше не было? То есть теперь снова надо убивать диаспору еще и потом этих... Ведьм, что ли? Ёпти. Да, реакция Блум очень красноречивая, мы тоже так думаем. Я думаю, уже в следующий раз. Конечно, в следующий раз. Мне нравится реакция. Нельзя, чтобы охрана вас видела. Нас выставили вообще. Так какого хера? Это же очень сложно. Но зато нам дали, смотри. Нам дали. Да пошел ты нахер, козел, блин. А если я сейчас... Блин, я просто хочу увидеть реакцию Блум. Какую реакцию Блум? Спереди. Блин. Заебали! Заебали! В общем, нас очень сильно откинули. Я не знаю, очень сильно откинули назад. То есть надо убивать сразу двух боссов, трех, там, ну, Аспру и потом этих двух. А вот это называется детская игра. А потом еще, скорее всего, Азии нужно будет убивать. Весело что? То есть сразу четыре босса получается. Четыре босса объебосса. Ну, наверное, это в следующей серии, конечно. Потому что, если честно, снова все это проходить как-то вообще не хочется. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, да. Подписывайтесь на Инстаграм и на паблик на нашей странице ВКонтакте. Всем пока!